Каждый человек испытывает эмоции. Их много, и все они разные. Всем фантастическое приветствие! Меня зовут Александр. Сегодня мы научимся показывать и различать эмоции с настольной игрой «Веселый, грустный, злой» от белорусской компании Dream Makers. В коробочке нас ожидает большое яркое поле с изображением различных персонажей, 50 ярких карточек, а также 3 очень эмоциональные варежки. Перед началом игры нам необходимо разложить в центре стола все вышеперечисленные игровые элементы. Карточки хорошенько тасуем. Когда за столом собралось от 2 до 6 игроков, можно приступать к самому веселому. Первый игрок берет из колоды верхнюю карточку. На ней он увидит одного из персонажей, которые есть на игровом поле, а также его эмоцию. Их в игре 6. Радость, грусть, злость, удивление, спокойствие и страх. Игрок берет рукавицу, соответствующей эмоции персонажа, и должен объяснить своим друзьям, кто нарисован на карточке. В этот момент все начинают искать на поле того героя, которого описывает ведущий. Кто первый нашел, тот забирает карточку себе и таким образом открывает счет. Игра продолжается по часовой стрелке и заканчивается в тот момент, когда один из игроков отгадывает 5-го персонажа. Чтобы сделать игру чуть сложнее и интереснее, попробуйте при объяснении не упоминать слова, которые указаны внизу каждой карточки. Игра «Веселый, грустный, злой» рассчитана на детей от 3 лет. Яркие и мягкие куклы помогут вашему ребенку научиться выражать свои собственные эмоции, а также распознавать эмоции других людей. Эта игра веселая, динамичная, простая и полезная, что немаловажно. Игра развивает эмоциональный интеллект и расширяет эмоциональный диапазон детей. Ознакомиться с актуальными ценами на эту игру вы можете по ссылке в описании.